Оперативным штабом в Туве проведено антитеррористическое учение по пресечению террористического акта на территории села Сугаксы Судхольского района. По легенде, учение условной группой неустановленных лиц в количестве 7 человек осуществлен вооруженный захват здания администрации Судхольского района. В заложниках у террористов находилось 25 человек. С учетом складывающей обстановки, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующих правового режима с привлечением силовых структур, правительства региона и администрации Судхольского района. В ходе учебных мероприятий представителями силовых ведомств совершенствовались действия по нейтрализации условных террористов, освобождению заложников, а также эвакуации населения, ликвидации последствий условного взрыва и оказания медицинской помощи пострадавшим. Подводя итоги учения, начальник управления Федеральной службы безопасности Тувы отметил, что поставленные перед участниками командно-штабного учения цели и задачи достигнуты. Вместе с тем руководитель учения определил дополнительные меры, направленные на повышение уровня взаимодействия штаба и других участников антитеррористической деятельности в условиях возникновения угроз совершения террористических актов на территории республики.